Строительный пылесос с 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и функцией выдува. Перед нами строительный пылесос от фирмы Kircher, модель WD-5S с индексом V25/5/22. В комплекте с устройством прилагается съемная рукоятка, всасывающий шланг, две удлинительные трубки, насадка для влажной и сухой уборки, щелевая насадка, фильтр-мешок, плоский складчатый фильтр и документация. Размеры у пылесоса больше средних – 38 см в ширину, 65 в высоту и 42 в длину. При этом без насадок прибор весит 8,5 кг. Работает пылесос от бытовой электросети, длина кабеля 5 метров, мощность всасывания достигает 1100 ватт. Также отметим, что помимо всасывания предусмотрена функция воздуходувки. Сверху на корпусе есть большая удобная ручка, а внизу 5 колесиков для удобного передвижения пылесоса. Мусор собирается в 25-литровый контейнер, изготовленный из нержавеющей стали. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать сухую и влажную уборку без его замены. Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью. Достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Длина всасывающего шланга составляет 220 см. Для уборки различных поверхностей предусмотрена насадка для пола с двумя резиновыми планками для влажной уборки и двумя щеточными вставками для уборки сухой грязи. Еще в комплекте есть тонкая щелевая насадка. Также пылесос оснащен держателями для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола. Что в итоге? Этот строительный пылесос от Kircher оснащен большим контейнером для мусора, плоским фильтром с функцией очистки, ручкой для переноски и насадками для любого типа загрязнений. Пылесос пригодится для уборки мусора, пыли, жидкости и строительных опилок, а функция выдува понадобится, например, для очистки дорожек на дачном участке.